Вы не заплатили за коммунальные услуги по счетам. Значит, они идут к вам, и кому-то, возможно, придется расстаться с сотовым телефоном, ноутбуком и даже стиральной машиной. Судебные приставы совместно с представителями управляющих компаний выходят в рейд. Должники не обременяют себя оплатой счетов за коммунальные услуги. В этой квартире исправно платит только отчим. У него отдельный лицевой счет. А мама со взрослым сыном задолжали 40 тысяч рублей управляющей компании. Правда, на молодом человеке числится только сотовый телефон, который забрали судебные приставы. Если он не погасит долг в ближайшее время, с мобильником может распрощаться. Его продадут, а деньги направят на погашение задолженности. Для судебных приставов за 7 месяцев текущего года взыскано более 88 миллионов рублей. Это только в пользу ЖКХ. Это хорошая цифра, но надеемся, что эта цифра будет гораздо больше. Беседы, уговоры, предупреждения. Если не удается достучаться до совести должников, то в ход идут меры принудительного воздействия. Например, арест имущества. Судебные приставы предупреждают и тех граждан, которые сдают квартиру в аренду. Они находятся на особом контроле у управляющей компании.